Алгоритм партнерства на Радио Мир Армения. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В студии Лиана Азуян, в эфире «Алгоритм партнерства». Вместе с гостями, специалистами разных сфер и экспертами разбираемся в актуальных вопросах внутренней и внешней повестки страны, рассказываем о совместных форматах международного сотрудничества, культурных и образовательных программах, о перспективных проектах. «Алгоритм партнерства» на Радио Мир Армения. От культурного развития до экономических решений. Такие масштабные задачи ставит перед собой общественная организация общинного развития «Кобщине», которая была создана в 2019 году группой волонтеров. О целях, задачах и ближайших мероприятиях организации мы сегодня поговорим с ее руководителем Карапетом Томикяном. Здравствуйте, Карапет. Здравствуйте. Итак, организация молодая. Что сделано за этот период ее существования? На какие сферы жизнедеятельности направлена ее деятельность? Как говорит имя организации, это общественная организация общинного развития Кобщине. Мы работаем во многих общинах, в основном в сельских общинах, и организуем разные программы культурного развития, социально-экономического развития и так далее. Уже за эти три года мы успели организовать различные программы в Сюнике, в Тавуше, в Герар-Куникской области, во многих общинах. Вы сказали, что мероприятия, они культурного и социально-экономического, да, характера. Конкретно вот хотя бы одно-два мероприятия, на ваш взгляд, наиболее крупные? Ну, например, самые свежие, да, или крупные, самые свежие, или крупные за этот год. В Сюнике мы организовали фандрейзинг для теплицы раненому офицеру, и фандрейзинг удался, и сейчас идет строительство этой теплицы. Итак, на конец июля в приграничном селе Корнедзор Сюникского Марза запланировано не совсем обычное мероприятие, которое на первый взгляд носит исключительно культурный характер. Если можно, вот подробнее об этом. Да, вы правильно сказали, на первый взгляд. Вартовар на границе. Вообще, в чем проблема? Проблема в том, что для нас, для нашей организации, родина начинается не с центра, то есть не со столицы, а с границы. Это у нас принцип, идеология, что вот это вопрос национальной безопасности. Иметь довольно безопасную границу не только с точки зрения военной, да, но с точки зрения военной промышленности, так сказать, но еще и чтобы люди жили на границе. Комфортно, обеспеченно, да. Но в прошлом году мы решили организовать в Корнедзоре. Это приграничное село Сюникской области. Жителей примерно 1000. Очень трудолюбивые. Есть большая история. Да, вообще историческое село Корнедзор. И еще и колоритное село. И мы решили организовать там. Праздник удался, и был большой такой масштабный праздник, и мы решили в этом году тоже повторить. Да, потому что жители тоже ждут. Вот какая будет программа мероприятия, и на какую аудиторию она нацелена? Я сказал, что это не только обливание водой, еще и в прежние времена праздновали... Армяне праздновали так масштабно, и были ритуалы. Это этно
культурный праздник, так сказать. И мы восстанавливаем все эти ритуалы. Будет концерт, будет... ну, празднуем два дня. Первый день будет концерт, потом национальная дискотека. Мы так говорим, национальная дискотека, потому что будет дискотека для жителей и для туристов и для гостей, но будут исключительно национальные танцы. Да, да, это интересно, конечно. Исключительные, ну, примерно 2-3 часа. А там будет вот кто-то, я уверена, что немногие из нас, к сожалению, знают наши национальные танцы. Будет ли там, например, тренер, какой-то человек, который будет помогать? Да? Много тренеров будут. Там мы вот думаем, что будем танцевать группами, и каждая группа будет иметь своего тренера национальных танцев. Но это после... Самого мероприятия, да? Нет, не самого мероприятия, это после концерта. А вот кто будет участвовать на концерте, это сюрприз. Потом после дискотеки будет костер до утра, да, будет костер до утра, и уже во второй день, в день Бахтавара, да, в воскресенье, будет само мероприятие Бахтавара, ритуалы Бахтавара. До этого будет паломничество, там есть церковь, очень древняя церковь. И будем ходить по Корнетон. То есть вы подарите такую двухдневную радость жителям этого села. На радио «Мир Армения». Алгоритм партнерства. Дорогие радиослушатели, в эфире «Алгоритм партнерства». Продолжаем беседовать о целях молодой общественной организации общинного развития к общине с ее руководителем Карапетом Таумикяном. Скажите, а кто является членами вашей организации? Чьими силами вы все это делаете? Мы все волонтеры. Да, мы волонтеры. У нас нет рабочих. Ну, а как вот можно, например, о вас узнать, записаться, тоже стать волонтером? Может быть, кто-то из наших радиослушателей захочет принять участие в ваших проектах? У нас есть страница на Фейсбуке, потому что наш сайт еще не готов. Есть страница на Фейсбуке «Депи Хамайнг», «To the community». Вы можете написать, кто захочет, может написать на странице. Также вы ведь сотрудничаете с платформой ReArmenia, правильно? Мы уже в третий раз сотрудничаем с платформой сотрудничества и фандрейзинга ReArmenia. Большое спасибо за интересную беседу. Напомню о целях молодой общественной организации общинного развития к общине. Мы говорили с ее руководителем Карапетом Таумикяном. Еще раз спасибо и вам удачи. Спасибо. Всем хорошего дня. С вами была Лиана Азуян. Алгоритм партнерства на радио «Мир Армения».